Ребят, мы пришли на классную детскую площадку. Смотрите, какой здесь котик. Смотрите, как здесь прикольно. Здесь сеточный городок, и плюс есть всякие горки. Алиса, здесь детки обувь не снимают. Просто гуляют, играют. Пойдем, пойдем, я с тобой. Пойдем. Не. И Алиса. Ребят, я потеряла Алису. Где она? Алиса! Ты где? Вот она! Лисенька, ты в трубе, что ли, там была? По трубе ходила, да? Так, пошла дальше. Слушайте, ребят, ну здесь реально классный сеточный городок. Он просто огромный. И много разных горок. И не знаешь, где ребенок у тебя зайдет, а где выйдет. Вот она моя Алиса. Лисюнди. Лисюнди. Я здесь, моя девочка. Скольжения нет, похоже, да? Пойдем что-то покажу тебе интересное. Пойдем. Вверх, смотри вверх. Вверх. Подпрыгивай, ручку эту хватай. Никак. Короче, это какая-то классная штука, которая катается. Да. Давай, я сейчас тебя подниму. Прыгай! В другую сторону. Выдержишь? Нет? Так, тут какие-то интересные входики. Портальчики. А, Алиса, тут нет входа. Нет, есть. Смотрите. По лесенке поднимаемся, 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 поднимаемся. Здесь самое интересное, можно ходить в обуви. Представляете, можно обувь не снимать. И как же я за тобой пойду? Алиса! Алис! На, возьми камеру, я пройду. Забери камеру. Иди туда, я сейчас тебе. Ребята, это очень тяжело. Так, идем дальше. Есть, окей? Ой, я тебя на ручках, окей? Нет, только нет. Алиса привела меня к горке. Лиси, мне с тобой придется? Да. Пока! Ой, Алиса, ты где? Прячешься от меня? Ты знаешь, как на меня родители смотрели другие? Сказали, что совсем ку-ку? Пойдем. Ты где? Алиса, я знаю, что ты здесь. Я тебя вижу. Ты хотела спрятаться в трубе? Хулигашка моя, я видела, как ты в нее зашла. О, ребята. Так, что это? Что это такое? Давайте посмотрим, пока Алиса. Алиса, ты что-то потеряла. А сейчас узнаем. Это же маленький песик. Смотри. Ну, я еще что-то потеряла. Еще что-то потеряла. Что это? У тебя еще есть два зайчика? Да. Сквишики маленькие. Да, еще петух дома. Еще петух дома? Ого. Большая коллекция у тебя сквиши. Сквиши-миши. Вот хулиганка прячется от меня в трубах. Лисюня. Вот она. На, в кармашек убирай их. Так. Держишься? Да. Ко мне? Прыгай.
Опа! О-о-о! Здесь произошла какая-то аномалия. Посмотрите, какие интересные фонари. Лисюнь, как думаешь, что здесь могло произойти? Упал метеорит. Конфетный метеорит, точно. Ребята, она свою косичку заматывает. Алиса! Это опасно, доча! Пойдем на аттракционы! Не делай этого, Алиса! Не надо, потом не отмотаем! Косичку приматывает к рулю! Алиса! Ребята, никогда этого не повторяйте, пожалуйста. Пошли. Все в порядке. Вот как высоко лисинка забралась. Смотрите, снова куда-то взбирается эта девочка. О, Алиса.